Приветствую вас. Я думаю, что очень важно было бы сначала вообще определить, почему вас это волнует. Ну, то есть эта тема вещей, в том числе старых вещей, почему она вас вообще беспокоит. Вот, ибо как это вот с вами связано. То есть, как вы, ну, пришли к этому, к тому, что вот стали думать про, ну, про вещи старые и что с ними делать. Вот. Мне кажется, что начать с этого было бы вполне себе неплохо. А дальше уже можно было бы поисследовать то, к чему это может привести. Вообще, старые вещи является памятью для многих людей, и если для вас какие-то вещи являются памятью, то, вероятно, выбрасывать их не стоит. Вероятно, выбрасывать их не нужно. Вот. Но в то же время, если это переходит определенные границы, если это становится, ну, своего рода навязчивой идеей или навязчивой мыслью, вот, то, конечно, в таком случае избавиться избавляться нужно, но необходимо понимать, что избавление само по себе не решает проблемы. Проблема, она находится глубже, как мне кажется. Вот. И напрямую со старыми вещами не связано. Вот. Хотя, конечно, связь, безусловно, есть, вне всякого сомнения, но тем не менее. Тем не менее. Вот. Поэтому необходимо четко понимать для себя, как мне опять же кажется, что даже если вы начнете отказываться от вещей, вот, ну, старых вещей, это вашу проблему не решит. Вот. Потому что проблема заключается в том, что вы либо накапливать вещи чересчур сильно, чересчур много вы это делаете, например. Либо наоборот, вы стараетесь от них избавиться, то есть вы боитесь, что они у вас накопятся. И то, и другое, в принципе, является ну, как бы осложнением, да? То есть это ни в коем случае не там то, что можно назвать болезнью, там заболеванием и прочее, нет. Но это осложнение. Вот. Поэтому если для вас дорогие какие-то воспоминания, если для вас дорогие какие-то
впечатление, что-то из прошлого. Вот, что-то добиться, избавляться от этого, наверное, не нужно. Потому что все-таки это по памяти, все-таки это важно. Вот, но если вы собираете все, если вы собираете все вообще, вот, то, конечно, это следует разобрать более подробно. Вот. Ну, имею в виду, например, посредством терапии, да, посредством психотерапии, чтобы вы лучше понимали, ну, себя, чтобы вы лучше разбирались, может быть, в себе. Вот. Это такой момент, как мне кажется, достаточно важный момент, как мне кажется. Вот. А если говорить там о, допустим, более конкретных вещах, если говорить о более индивидуальных вещах. Но я бы сказал, что здесь вам имеет смысл более подробно пообщаться с психологом, вот, с психотерапевтом, потому что так будет, ну, более эффективно вам помочь, так будет больше возможностей вам помочь. Вот. А сейчас это очень общая история. Мне кажется, что для людей, для всех людей, старые вещи имеют разное значение. Для каждого человека имеют разное значение. Вот. И мне кажется, что обобщать, вот, ну, в любом случае обобщать не очень хорошо. Потому что обобщение — это уничтожение вашей индивидуальности, вот. как мне представляется. Вот. Это не то, что я бы хотел для вас, на самом деле. Вот. Поэтому мой ответ, он будет такой. Вот. Поэтому мой ответ, ну, вам будет в таком ключе. Ключе именно вот. Общих каких-то вещей, ну, общих моментов. Вот. А вот такая история. На этом все. В принципе, я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Вот, я надеюсь, что мой ответ был вам интересен. Желаю вам всего самого доброго, удачи, и надеюсь, что ситуация разрешится.